Добрый вечер, девчонки. Вот я на Монте Наполеоне переобулась, потому что ногам больно на танкетке. Пройдусь пешком немного. Алена поехала покупать итальянскую сим-карту, потому что ботега венета, потому что с Билайн картой очень дорого. Всем советую, когда приезжаете в Европу, обязательно покупайте Сальваторе Феррагамо, обязательно покупайте местную сим-карту, так будет вам дешевле. Так, Лора Пиано. Сейчас я могу одна спокойно показывать все витрины. Хоть будем мы покупать эти вещи, не будем мы покупать эти вещи, все равно стиль мы посмотрим. Вот этот вот стиль такой женственный, как я обожаю. До этого я была почти в таком стиле. А сейчас я в простом стиле, в джинсах. Так, что это у нас? Это у нас лен, рубашка лен. Да, да, это рубашка лен. И брюки широкие, тоже льняные, короткие. Посмотрим цены. Лора Пиано очень дорогой, я знаю. Ой, эспадрильес. Но мы сюда не будем заходить. Валентино. Здесь какие у нас тоже Лора Пиано мужской. Нам не интересно Лора Пиано мужской. Посмотрите архитектуру. Центре. Ой, сейчас немножечко такой ветерочек хороший пошел. К сожалению, завтра праздник, будет все закрыто в воскресенье и в понедельник. Вы представляете? Это у нас Альберто Ферретти. Смотрите, красный цвет, как красиво. Вот это вот, который Twin Set. Twin Set был большой размер, красное платье из хлопка. Какая красивая семья, мне так нравится, девочки-припевочки. И это красный цвет был большой, платье были маленькие, только черный цвет. А черный мне не нравится, платье длинное. Так, Баленсьяга, красный цвет, видите? Так, это у нее платье, как мое платье. А, это у нее юбка, как мое платье, Twin Set. Ой, издалека так казалось красивым, это красное платье. Вот такие вот дома, наверное, столетней давности, да? Мало перед этим. Сейчас я выложу все видео, которые сделала перед этим. Так, посмотрим, что купили эти в Эрмесе. Да, им дали сумку. Это что? Какая-то марка, которую я не знаю. Картье на ремонте. Ой, что это за камушки такие? Вот такая вот марка какая-то, австрийско-немецкое название, во всяком случае. Ой, такие идут из кондиционера, из этих дырочек идут такие горячие, такой горячий воздух идет, вообще невозможно. Так, Лёва мы рассказывали до этого. Слева Эрмес. Ну, сегодня я наконец-то выспалась. Я спала до 11 утра и не заметила, что мне... так как мы вчера были в Нобу, и в Нобу у нас была музыка во время ужина, из-за этого они мне монетизацию не сделали, рекламу не поставили, такой желтый знак поставили.
я так огорчилась. Столько просмотров было, последнее видео, 1200. Мы, конечно, вчера как напились, когда суши сашими, быстро пьянеешь. Так напились, и всего два бокала, космополитен. Я ну, не то, что напилась, не была пьяная, но все равно такая под шофе была. Я 10 дней не пила, и тут выпила хорошо. Так. Ой, какой красивый Dior, девчонки. Красный мой любимый цвет, но я, конечно, бы Total Rosso. Total Rosso я бы не надела бы. Так, туфельки какие-то странные. Что за туфельки странные? Что такое у них впереди? Я не могу понять. Они что, так и торчат, что ли, впереди какие-то цветочки? Боже мой, девчонки. Ну, вообще стилисты дают. Роза черная, роза красная на туфлях. Я в шоке просто. Dior, конечно, элегантный, но вот эти розы на туфлях, это вообще... Так, где еще у нас Dior? Первые два окна мы не посмотрели. А здесь мужская мода? Нет, нет. Мужская мода меня абсолютно не интересует. Ой, девчонки. Нельзя, конечно, улыбаться, но такие груди, наверное, 15 размера у девушки. Как ей, наверное, тяжело. И, наверное, так тяжело это спине. Спина же устает. Роскошные волосы у девочки. Кроссовки и мини-платья для девчонок. Van Cleef. Van Cleef. Я хочу найти сейчас, где есть Шанель, посмотреть. Ой, как я люблю вот это вот 4 Порта Фортуна Кватрофоли, да, Van Cleef. Браслетики и колана. Так, где мы находимся? Все-таки длинные платья, это всегда красиво. Длинное платье, это всегда роскошно. Дамиани, Дамиани. Это не очень Дамиани. Боже мой, снизу идет такой горячий воздух этого, как его? Горячий воздух у кондиционеров. Невозможно просто. Из всех вот этих вот дырок струя горячего воздуха всех этих палаццо. Вот, девочки, длинное платье всегда красиво. Так, это что? Где мы находимся? Я вот сколько приезжала раньше в Милан, я все никак не могу ориентироваться правильно. Сегодня с утра все помыла руками, все мои вещи, которые использовала. Ой, что это такое? Использовала в... Корфу, Прада. И надо их погладить. С такой жарой они прям уже высохли почти. А это Гуччи. Это у нас Гуччи. Не могу понять, они все местами, что ли, поменялись. Так, если это Гуччи, то должен быть там, да, Шанель? Насколько я помню. Так, если это Гуччи. Да, да. Это у нас Гуччи. Петро. Да, да, да. Все поняла, вспомнила. Я сама давно не была. Боже, вот эти вот платья прям бабушкины в советское время. Так, Петро. Петро не изменяет своим цветам. Коричнево-бежевым всегда. Сумочка какая.
Вот эти сумочки точно у вас воры не сорвут. Но все равно они какие-то неженственные. Кроссовки даже в их цветах выпустили, смотрите. И в Сен-Лоран слева. Ой, смотрите, как эскимоска. И в Сен-Лоран. Паскуале Бруни. Оган. Роберто Кавалли слева. Оган, слишком зимние вещи. Кроссовки мне не нравятся, слишком грубые. Так, дальше ничего нету. Фенди. Так, чтобы посмотреть эти фенди, надо издалека. А это мы уже смотрели фенди в других городах, по-моему. В Риме, да, смотрели фенди? Или где-то, не помню. Но эту витрину помню. Сальваторе Феррагамо. Сальваторе Феррагамо, сумка, как у Эрмес. Боже, как мне понравились эти Эрмес Ораны и страуса оранжевого цвета, но был не мой размер, 38,5. У меня иногда 38, иногда 38,5. Они на маленьких каблучках, страус, и они были вот как бы слишком большие. Прямо сзади видно было, что они мне большие. Вот это вот цвет оранжевого страус под мой кошелек Келли. Вот. Это у нас такие вот дворы. Это вот такие вот дворы. Серджио Росси. Босоножки, туфли, сапоги. Раньше мне нравились, потом уже больше не нравится. И вот такие вот палаццы, да? Вот такие вот палаццы. 100-летней давности, наверное. Луи Виттон. Можешь мне сказать, у меня что-то я царапнула уже очки справа, или какая-то капля упала чего-то, какого-то крема или серум на мои очки, на правое стекло. Луи Виттон. Булгари. Вот и весь Монте Наполеона. Туда, где машины, я не хочу идти. Ладно, в Падово поговорю. Я хочу найти улицу Шанели. Обожаю Шанель смотреть. Ой, наверху террасы. Как ее называется? Кустарники, цветочки наверху. Могу сказать, что народу мало, потому что все разъехались. Дольче Габбана. Ой, давно не видела Дольче Габбана, девчонки, потому что в Падово закрыли Дольче Габбана, обанкротился. Посмотрим поближе. Вот эти вот все кружева Дольче Габбана. Раньше мне нравились такие вот всякие мачки Дольче Габбана, я покупала из катона. И шелка с кружевами тоже мужской, даже смотреть не хочу. Некогда. Потому что я завтра хочу вернуться в Падово, пока у меня 48 часов действует этот тест. Да, тест 48 часов. Я могу завтра использовать его для поезда. Потом во вторник у меня маникюр. Педикюр тоже. На педикюр места нету. Надо другого мастера искать. Видите, вот какие вот палаццы. Конечно, очень дорогой Нобу Роберто Кавалли.
Очень дорогой Нобу. Мы заплатили 200 евро. Ой, какое платье красивое. Женственное. Я обожаю такие длинные платья. Красное платье мое, Роберто Кавалли, женственное. И... Ой, что это за мужик в халате пошел? Чувак. И че он? Японец, что ли, какой-то? Так интересно, первый раз вижу. Ив Сен-Лоран. И это... Господи, как хорошо ходить просто в сандалях, без каблуков. Такое наслаждение ногам. Джузеппе Занотти, да, очень такой. Конечно, мы прогадали с этими днями фестивы. Завтра, послезавтра все закрыто. Ой, мой любимый желтый цвет. Кстати, в Твинсете такое красивое желтое пальто. Новая коллекция, 488 евро стоит. Из 80% шерсти, 20% полиэстер, синтетики. Прямое, с разрезом сзади. Классическое пальто. Алена померила. Она же маленькая, хрупкая, 44 килограмма всего. Она еще ростом маленькая. 1,60 м, да? Я 1,60 м, она, наверное, тоже чуть-чуть меньше. А вот это Лакова, которая пастичерия Монте Наполеона, но она закрыта. Они тоже уехали. Так, значит, я пришла оттуда. Шанель, значит, здесь вспомнила все. Я 2 года, по-моему, не была в Милане. Но если честно сказать, Милан мне как город только Монте Наполеона нравится. Остальные места такие серые дома. Вот Касатей, просто я хочу в Шанель дойти, потому что 1 час остался. Касатей такие классные, конечно, классические. Джимми Щу слева, Миссони. Миссони, все синтетика, моя юбка розовая синтетика. Сегодня утром помыла, потому что в самолете что-то капнуло. Ой, девчонки, наверное, выключу, потому что уже 17 минут. Слишком долгое видео. Всем добра и здоровья.